27-летняя Анна Корсун, известная как Maruv, получила награду на церемонии вручения престижной европейской музыкальной премии MTV IMA, мероприятие проходило в испанской Севилье. Maruv была отмечена как лучшая российская певица. Исполнительница лично получила награду на сцене. Она выбрала эффектный наряд из латексного комбинезона и сверкающего платья. Украинских поклонников звезды удивила ее победа в такой номинации. Но сама Maruv во время церемонии держалась уверенно. В главных категориях победили Тейлор Свифт, лучший американский исполнитель, и Билли Айлиш, лучший дебют. Лучшей песней назвали композицию «Билли Бэд Гай», а Тейлор была отмечена еще и в номинации «Лучшее видео». На церемонии собралось множество звезд. В их числе оказался футболист Криштиану Роналду с возлюбленной Джорджиной Родригес, Дуа Липа и Анвар Хадид. Певица Maruv должна была представлять Украину в этом году на Евровидении. Но в итоге после скандала она не участвовала в конкурсе. Исполнительница болела за Сергея Лазарева. Недавно Maruv и Светлана Лобода в дерзких образах выступили на фестивале в Монако.